Пилот, силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. Титан установлено улучшенное вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Кажется, кто-то влюбился. Любовь в человеческом понимании невозможна без восторга, привязанности, преданности и уважения. Вывод: я влюблен на 50%. Пилот, снаряжение Дона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Залпа готова.
дальше нам мешают ворота регулирования стока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Уничтожен. Пилот, продвинуться дальше нам мешают ворота регулирования стока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Вижу цель, это пилот! Тут у южных лимонов... Осторожно, опасные отходы вызывают тяжелое поражение или смерть. Находясь в комплексе, необходимо постоянно носить защитный скафандр. Вражеский пилот исчез! Купол 1. У нас проблемы, пилот ополчения разошелся! Наши мрут как мухи! Дальше нам мешают ворота регулирования стока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Режим техобслуживания. Открытие ворот регулирования стока. Внимание! Обнаружили токсичные пары в главном зале. Закрывается предохранительный шлюз комнаты управления. Пилот, предохранительный шлюз задраен. Следует найти другой выход из комнаты управления. Нам придется разделиться. Понял. Буду искать выход. Ближайший выход, скорее всего, ведет вглубь очистного комплекса. Отслеживаю ваше местоположение. Рекомендую найти выход. Следишь за мной? Что-то мне не по себе, Бити. Я не хотел вас напугать. Вы мне не враг. Подлога! Подлога!
внимание! Говорит Кейн. Друзья из АМС и ополчения, у нас возникло недопонимание. Но ничего страшного. Все хорошо. Кто это был? Открывай досье. Кейн. Наемник, обычно связываемый с бандой «Высшие хищники». Известный наркоман и наркоторговец. Вижу цель! Сверху! Пилот куда-то пропал! Прикройте! Кто-нибудь! Обращаюсь к ополченцам, оставшимся на объекте. Если кто-то не в курсе, Кейн тут главный. Чувствуйте себя как дома, пока вас не убьют. А ждать осталось недолго! 10-0-0, мы не попадем! Я его обнаружил бойцов ополчения на пути вашего следования, и может потребоваться помощь. Сэр, нашему отряду крепко досталось. Им срочно нужна помощь. Thank you.
Внимание! Возле 3А обнаружена мертвая ячейка. Необходимо срочное удаление. Цель близко! Ощущение, что мы несколько дней идем. Вам требуется отдых? Нет. Хорошо. На отдых нет времени. Мы должны выполнить задание. Вижу цель, это пилот!
Дренажные насосы переходят на основные системы.
капитан класс «Авангард». Возможно, из РСП. Наверное, из РСП. Фильтрация опасных отходов. Автоматизированный полигон «Купол-3». Пилот, соблюдайте осторожность. Это само собой. Пилот, соблюдайте осторожность. И наши пути пересекутся. Отлично, очень рад. Обнаружено скопление сил безопасности АМС. Приготовьтесь, пилот. Давно не виделись, Бити. Не соглашусь. Через ваш шлем я вижу все ваши действия в реальном времени. Вы достойно сражались, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Поиграли и будет, я спускаюсь. Остановить грязевые потоки и перегруппироваться. Я пометил на вашем дисплее панель управления.
отключение системы фильтров насоса. Аварийное отключение. Бросайте ключей, выкуйте их! Лямбда 4 воздух, выпускаю ключей! Цикл остановки насосов 20%. В токсичной грязи много тяжелых металлов. Они мешают работе моих систем наведения. Остановки насосов 40%. Установки насосов 50%. Установки насосов 90%. Цикл остановки насосов завершен. Восстановлен визуальный контакт с пилотом. Начинаю огневую поддержку. Опасность рядом. Пилот, бой выдался нелегкий. Вы хорошо держались, я отметил это в протоколе. Я обнаружил выход на этой стороне. Сюда. Режим пилотирования. Директива номер 2. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Тебя не приглашал. Поэтому ты умрешь. Так, отлично. Еще один заблудший герой. Да еще и с титаном РСП-класса «Авангард». Ого! Одобряю! Ну что,
бедолага! Ядро залпа готово. Не наступайте в лужи термита, они очень едкие. Салага! Я с радостью отберу твоего титана. Отлично, пилот. Биоперация в шлеме Кейна все еще работает. Следует ее забрать. Расшифровка вражеских переговоров всегда играла важную роль в войнах. Это даст нам преимущество. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение.